Всем привет! Сегодня мы едем в поездку в Карелию, в Петрозаводск. Вот столько у нас сумочек собралось с собой. Хотя едем мы только на выходные к Диминым родителям. В планах у нас сделать сюрприз Диминому брату. Будем дарить ему подарок, который я покупала в Чикаго. Сюрприз такой небольшой. Если вам будет интересно, как я покупала этот подарок, смотрите видео по ссылке выше. Что, ты готов? Да, полностью готов. Да, поедем на такси, потому что уже не успеваем, так что, надеюсь, мы все-таки не опоздаем на поезд. Ярослав не знает, что мы приедем. Да. Это самое главное, то есть для него это будет неожиданно, и посмотрим его реакцию. И он также не знает, что ему подарят. В общем, смотрите дальше, будет классно. А я на ширик снимаю. Да, можешь так снимать. Ну, ты что, не снималась? Мы приехали на вокзал, а тут уже костром пахнет. Даже до Карелии не доехали, а уже костры жгут. В общем, что могу рассказать интересного? Ничего. Объявили платформу, идем к поезду. У нас должен быть 10-й путь. Дима тащит все наши вещички. У меня тут подарочек. Сейчас будем загружаться как-то в поезд. Вообще странно, так много народу едет в Петрозаводск. Нет, чтобы куда-нибудь там в Анапу, да? На юг. Но нет, все едут на север. Направление, да, Карелия в целом. По ходу дела поезд еще не приехал. Просто объявили, что будет подъезжать. Но все уже побежали, и мы как все, в общем-то. Зашли в вагон, сейчас никого еще нет, мы самые первые. Вагон, правда, старый, а соседний новый. У нас места 19 и 17, у нас два нижних места. У-ху. Видишь, это старый вагон, где вот эти вот штуки, в которые ничего не впихаешь. В общем, сейчас будем располагаться, потом подключимся. Сейчас будем уже, ну вот, умываться, ложиться спать. Так что всем доброй ночи. Увидимся уже утром на вокзале Петрозаводска. Красивейшее место. Подснимем вам все как обычно. Та-да-да-да-та-да-да. Good morning. Мой, пару часов поспали. Здесь вот кто-то еще спит, даже не уходит с поезда. Дима нормально поспал. Я в 4.50 только уснула с условием, что в 6.50 мы приезжаем. И разбудили меня где-то в 6.10. Итого я спала, не знаю, нифига. Кстати, погода довольно-таки теплая. Вот даже утро сейчас 6.50. Я в кофте, но мне даже жарковато, я бы сказала. Можно в футболке идти. Это радует, конечно же. И в целом, смотрите, какая красота в Петрозаводске. Вообще такое все чистенькое, новенькое, прям на вокзале, да? Добираться на автобусе, потому что мы живем в пригороде. Солнышко, смотрите, какое красивое выглядывает. Небольшая дымка такая, туман, видишь? Да, да, да. Есть такое. Красота. Пойдем билеты. Пойдем покупать на вокзале билеты, на автостанции, как в старые добрые времена, когда не существовало терминалов. Смотрите, 7 утра, и около вокзала куча народа уже собралась. Все приехали, скорее всего, как раз-таки из Питера вместе с нами на поезде. Где-то здесь до рядом остановка есть. В общем, билеты взяли. Вот. Идем ждать автобус. Да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, яблони возле дороги. Яблони? Да, кстати, смотрите, яблони.
И такой туман сегодня вообще прикольно. Симпатичненько. Да, вот. Дальше пешком, да. Погнали дальше. С чемоданами. Тын-тын-тын. Выставка ретро-автомобилей. 49-й Ветлозеро. Ветлозеро. Ладно, это было Ветлозеро. Я чуть-чуть неправильно прочитала. Я вообще не поняла, что это такое написано там. Подходим к нашему дому. Вот этот вот синий большой гараж. Это, собственно говоря, и дом, и гараж. То есть сверху жилые помещения, внизу гараж. Вот это вот, это баня синенькая, а вот там вот дом. Дело в том, что у моих родных не так давно сгорел дом частично. И в самом доме идет ремонт, поэтому они живут вот здесь, на втором этаже. И сейчас мы будем туда подниматься. Тебя плохо видно. Сейчас сделаем сейф. Да. А ты чё молчала? Так, все, мама виновата. Будет разборки, чувствую. Да, такая вот. Заставили Славу расхлопнуть. Небольшой сюрприз. Да, небольшой сюрприз. Коробка тяжеленная. Как думаешь, что в ней? Не знаю. Ну, предположение. Такое большое. Пусть будет мармелад. Я потихоньку открываю. У тебя скоро день рождения? Еще не скоро. Ну, относительно скоро. Да, разрываю ее. Как тебе упаковка? Так, наверное, нужны ножницы или нож? Ножик, да. Я надеюсь, вы там не домашнего любимца подарили какой-то. Так, что думаешь? Я посмотрю, что там внутри. Что думаешь-то? Уже так по весу примерно. Не, не очень. Лайф, лайф. Так, ну чисто. Давай, мармеладка. Сейчас поймешь, да, Петрус. Ярославка, мармеладка. Так, что это такое? Смотри. Вот это что? Это непонятно. Все до конца, короче, будет продолжаться. Ну, так не надо было делать. Ну, ладно, пусть так. Просто переверни потом ее обратно. Ну, что ее по-другому не вытащить. Еще не догадался, да, что это? Возвращаю обратно. Да, кверх ногами. Не догадался, да? Точно, давай хотя бы какое-то предположение. Вообще не знаю. Вы слишком хорошие или слишком плохое. Еще один DMX из спортмастера. Только на самом шумру. Кроссовки? Да. Это обманка. Дешевый DMX из спортмастера. Реально угадал. Мармеладки? Офигенно. Салфа не любит мармеладкой. Вот такие, да? Что придумали? Да. Что еще не придумали? Охренеть! Ты ожидал? Угадай, с какой страны? Из Америки. Да. Охренеть! Это Ярослава любимое слово, он все эмоции. Да, это телефон, о котором Ярослав мечтал, Google Pixel. Просто капец. Он хотел себе 6, а мы купили ему 7. А. И еще есть кое-что. Я не знаю, это... Да, 7. Охренеть, вы чего? Это просто капец. И от мамы еще. Это то, о чем ты мечтал? Да. И от мамы еще кое-что, да. Бонусом. Мне день рождения еще не скоро. Ну, будет же. Да, ты же уже все, да, его ждал, ждал. Кстати, ультражир тебе. Вообще. Там после такого нельзя гулять, не пойти. Теперь придется отрабатывать. Ты когда снимать сегодня будешь, так что. Так, теплушки. Да. Все, давай, надо сейчас будем, да, смотреть, включать. Просто капец. Настраивать, в общем, да. Ты что, думал, шестерку тебе подарили? Еще и самой Америке. Да. У вас это три включения. Все, пошла загрузка. Алена его проверяла? Ну, что он включается, дальше я ничего там не делала, как бы. Иди с другой стороны. Капец. Вот все, дальше разбирайся. Да, дальше настраивать надо. Просто жесть, спасибо. Пожалуйста. Ладненько, будем разбираться. Да. Немножко вам проведу экскурсию во дворе.
В доме идет ремонт. Сейчас покажу, как двигается ремонт и примерно как что там было раньше до пожара. А сейчас хочу вам показать груши. В этом году первый раз у нас груши выросли на дереве. Большие прям. Это причем север. Это под Петрозаводском. Такие игрушки. Прикольные. Вот такое у нас тут дерево с грушами. Там еще вон яблони есть. Сейчас зайдем в дом. Ну, тут, собственно говоря, идет ремонт. Пожар начался вот отсюда. Здесь кочегарка была. И, в общем, тут загорелось все. Ну, вот уже как-то так получше. Но дальше вот здесь вот уже прям ремонт, ремонт. Все нормально. Там вот душевая сделана. Тут немножко вот стены уже. Это вот кухня была. Здесь холодильник стоял вот в этом месте. Так вот кухня выглядит. Вот она вот тут вот стояла, кухня. Фотографии, думаю, прицепим. Это зал. Единственное, что мама сама пожалела, это вот эта вот золотая стена. Не знаю, зачем она тут была сделана, но я думаю, что мы это переделаем. Здесь телевизор стоял. В общем-то, вот окна немного желтизной отдают из-за пожара. И вот там еще немножко следы пожара видно. Здесь была детская наша с братом. Здесь стояла двухъярусная кровать. И вот такой вот вид у нас из окошка с братом был. Вот тут яблоньки прям. А брат на втором ярусе спал, я на нижнем, пока я с родителями жил. Вот пол уже положили. В целом симпатично, красиво. Сейчас еще покажу второй этаж. На втором этаже еще все плоховато. Вот, как бы здесь тоже ремонт идет. Все бы ничего, но погибли три наших домашних питомца. Это очень тяжело, но пожары, к сожалению, случаются у многих людей, и все это знают. Здесь вот спальня мамы с папой. Вот, ну, потихонечку, как бы, ремонт двигается, дела делаются, все будет отлично. Вот здесь у нас балкон такой застекленный, и много зелени, яблок. Здесь большое дерево стояло, оно цвело, роза. Так что вот так, а теперь вот живем напротив, там вот в гараже. Большой гараж, хорошо, что его сделали. Вышли с Димой пособирать малины во дворе и набрали вот такую вот корзинку целую. Смотрите, какая красивая крупная малинка. Сейчас будем ряженку с малинкой кушать. Такие вот тут кусты малины, смотрите, вообще красотища, прям такая спелая-спелая. Вот еще яблочки тут растут, смотрите, сколько яблочек можно брать, собирать, они уже все попадали, красивые. Мы сейчас идем по центру города, ну практически, мы сейчас у вокзала, вокзал, и будем, да, спускаться вниз к центру города. Мы пойдем на набережную, погуляем на набережной, Ярославу там вот по Семиосика. Вот, так что так. Да, идем втроем гулять. Мы снимали видео с Петрозаводской, это было осенью, оно очень популярное на канале, ссылка будет справа, в общем, посмотрите, если хотите это видео. Сегодня мы его снимем заново, только в другую погоду немного, тепло, хорошо на улице, и думаю, какие-то другие места вам покажем, но сейчас вот на набережную идем. Да, жалко, правда, что сегодня не солнечно, сегодня пасмурно, но все равно симпатичнее, чем осенью или весной. В этом здании по итогу сделали какое-то заведение, ресторан, называется Ботега. Мы когда в прошлый раз ездили, вот снимали видео, здесь еще были заборы, леса строительные. Сейчас уже практически закончили реставрацию. Немного Австрии какой-то отдает, да, или Бавария? Бавария, да. Вот это, ну, интересно, вот эта башенка такая на крыше. Брат, кстати, выше меня. Младше. Младший брат, да. Младше, но выше. Ну, это так не видно, ты ближе стоишь. На пол головы точно выше. Ладно. Ну, это он еще сутулый. Северная, это получается отель, да? Гостиница Северная. Ну, мы ее тоже в прошлый раз проходили, в принципе. Но, может, это еще не видно. О, смотрели, он красиво, как цветочки, тут эти здания. Да, здесь, ну, здесь мы тоже, по-моему, было это раньше, что вот такие вот фотографии с разными местами. О, здесь Йоэнсу есть, Финляндия. Города-побратимы, написано вот. Йоэнсу, смотри, видишь? Финский город Йоэнсу. Мы подходим к набережной, к Онежскому озеру. Оно, кстати, тоже такое прям большое, мне кажется, да? Большое, красивое. Приличное. И
по нему ездят, вот, ну, не ездят, а ходят метеоры, корабли, и возят разные экскурсии. Я вот все хотел съездить, может, когда-нибудь съездим. Там можно, по-моему, на Киже или на Соловки на этом корабле. Мы когда вот на лодочках катались с Димой по Питеру на кораблике. Мой день рождения. Да, в его день рождения мы как бы арендовали катер и катались по, где-то по Финскому заливу, рядом с Лахтой, там эти метеоры, они так неслись вообще. Они огромные, и вот так вот просто на высоте находятся, то есть у них как бы плавник торчит, но мы вам картинку прицепили, как они выглядят. Да. И нас, на нас чуть этот, короче, да, метеор да, да, налетел, он нам сигналил, мы такие испугались. Пип-пип. Да, такое о, дело. Красота. Ален, это так странно выглядит со стороны, он очень большой по сравнению с тобой. Заодно посмотрим, как это выглядит со стороны, мне интересно. Это как я ребенок такой, я с папой иду. Да, мой младший брат выше меня. Ну вот, сравнись. 88. Сколько у тебя рост, Ярослав? Два. Два метра? Два метра рост. 99 было тогда. А у тебя, Дим, сколько? 1.88 м. 1.88 м? Ну, я говорю, он плюс-минус на пол головы выше меня. Ну да, получается, на 10 сантиметров где-то, плюс-минус. Каков путь дальше? Ярослав внедряется в наши влоги. Да. Нормально. У него теперь новый телефон, и ждем его фото в Инстаграме. Его влоги. Он у нас копатель. У него кликуха Сильвер, потому что он куча серебра накапывает постоянно, монеты серебряные. Когда мы с Аленой приехали, вы видели эти видео, мы ничего не накопали. Уже ничего не осталось. Серебряное, вот он, вот все выкопал, короче, все выкопал. Я ничего не оставил даже, ну я только это кольцо одно. Ну Алена серебряное кольцо нашла, да, шведское или финское. И Ярослав, собственно говоря, его и сломал. Так что, как бы, все равно ничего не оставил. Так, набережная красивая, лучшее место в городе, я считаю. Вот, собственно говоря, метеоры стоят, зеленые. Это метеоры, да. Я же говорю, ты просто внимание обращал. Можно поближе подойти будет. А мы сейчас подойдем, да, подснимем. Так, ну что, двигаемся, в общем, по набережной, в парк аттракционов. О, волны так прям встречаются. Набережная классная. Мне нравится вообще. Симпатично. Те плывут. Правда, еще туманненько, так облачно. Солнечная погода тоже, думаю, красиво. Но зато все видно, ничего не слепит в глазах. Дошли до места, где причал. И там как раз-таки есть метеоры, вот там салатовые за причалом. Отсюда, конечно, не очень видно. Может, поближе сейчас дойдем, посмотрим. Еще вон разные такие кораблики паркуются. Еще очень много рыбаков. Ярослав говорит, ни разу не видел, чтобы эта рыба вытащила. А у нас в Неве рыбачат, постоянно корешку вытягивают. Набережная с этой стороны, озеро. Другой вид. Очень много здесь утеек. Здесь их подкармливают. Кормят, да. Они здесь тусуются, причалили. А мы с Ярославом вот тут вот катер оценили, который вот дальше, за красным. Ой, под камуфляж или да, что-то. Да, классно выглядит, да, Ярослав? Максимально. Вообще прикольно. Такое ощущение, как будто он самодельный. Ну, как бы часть сделана. Прикольный катерок. Водные прогулки, Дим, здесь есть тоже, как в Питере, смотри. Да, я вижу, да. Покататься. Интересно, сколько тут стоит. Вот это тоже для водных прогулок. А, тоже для водных прогулок. Да. Прикольно. Получается, отсюда и уходят вот эти вот кометы на Кижи. 5% скидка. QR-код сканируйте и можете ехать со скидкой кататься. И вон он, собственно говоря. Да, и вот это тот самый... Получается, комета здесь называется, а в Питере метеор, наверное. Да, или мы путаем название? Нет, комета, метеор, в принципе, без разницы. Суть их одна и та же. Ну да, они вот на таких водных лыжах летают. Здесь, наверное, не очень все равно видно будет, как он выглядит, но да, что-то подобное. Дошли до памятника со шпорами. Это Петр, да? Да, Петр Первый. Мы дошли до парка аттракционов, зайдем сейчас, посмотрим, может, где-то прокатимся. Так хочется вот что-нибудь типа вот, где воздух дует. Очень душно, и ветра почти нет, поэтому хочется охладиться, конечно. Ярослав говорит, там какой-то аттракцион интересный, да? Имели. Имели. Солнышко, кстати, выглянуло, небо, солнышко. Что, на Имели прокатимся? Ну, я бы прокатилась на такой качельке. Давайте на Имели. Сейчас посмотрим со стороны, как вот Имели выглядит. И там, в общем, такая большая качелька.
Вот там вдалеке качается лодка, не знаю, мне кажется, прям дух захватывает на ней. Я буду кричать. Да, погнали сюда. Что-то как будто изменилось с ней. Либо новую лодочку поставили. Может, обновили, да. И она как будто не так быстро. А была бы быстрее качалась? Да, она прямо все вот так вот. Так не успеешь прочувствовать. А здесь, смотрите, есть еще гидродром. Вот билет. И вот какая-то такая, ну здесь, наверное, крутится. Крутится не люблю, когда вокруг. Да, я крутиться это тоже стой. Не хочу. Ну вот на качели можно покачаться на той, на имели. Давайте на качели, да. О, тут на есть имели? Открытые кабинки, видишь? Да. На колесе обозрения. Так мы с тобой открытые. Катались. Да, 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 но открытыми не катались. Да, мы на открытой катались. Ну, в смысле, который, видишь, прямо смотрит как бы вперед, фиолетовую, видишь? А, да. Вот такие кресла катались, прямо, да, которые да, да. наружу торчат. Да. Мы катались вот где круговой. Да, на круговой. Все, где там билет? Ну, пойдем сейчас в кассе, посмотрим, что по билетам. Надо другую искать. Ну, цены можно посмотреть, смотрите цены. Что, по ценам все по 150-200 рублей. Такая интересная каруселька. Там вдалеке еще какой-то круг крутится. Вообще прикольные здесь аттракционы. Парк хоть небольшой, но есть на чем покататься в целом. А мы пойдем вот на этой Емели кататься. На колесе обозрения мы с Димой уже как-то катались. Ну, классическое колесо обозрения. Вид неплохой, на озеро получается. Ну, наверное, сегодня на другом прокатимся ради разнообразия, так сказать. Ветерок тут вдалеке тоже прикольно. В детстве любила на ветерке кататься. Там вот, видите, тоже в Северодвинске у нас были такие аттракционы, ветерок. А мы в поисках кассы. Ну, ребята ушли искать, а я где-то за ними двигаюсь постепенно. Есть еще комната смеха. Интересно, что там. Наверное, какие-нибудь кривые зеркала или что-нибудь в этом духе. Ну да, как я и говорила, кривые зеркала в этой комнате. Много разных украшений в парке. Вон из зелени сделаны. Подсветка, все дела. Такие детские тут. Смотрите, ребенок в найковских шортах и в найковской футболке стоит на аттракционе. Прикол. Ну, ребята, на кассе. Вы видели, что вот на этом аттракционе справа вот этот вот мальчик стоит, и у него найковская футболка и найковские шорты. Что? Ну, типа, стиль. Да вот этот, пластиковый. Билет на Емелю стоит 200 рублей на человека. Но мне кажется, на все взрослые аттракционы 200, на детские по 150 примерно так. Дорого. В этом его острове дороже, мне кажется, да? Да, я думаю. Ну, конечно, дороже. Но там аттракционы покрупнее, поэтому. Как он называется? Емеля. Тут Лунтик есть. Кузя. Все дела. Взяли билетики. Здесь такие странные билетики, как будто бы реально из прошлого. Выглядят так. Какие ваши ожидания, Дима? Ты не катался? Какие у тебя ожидания от Емели? Как от качель. Как от качель. То есть ты думаешь, ты не будешь впечатлен? Да. Ну, посмотрим. Посмотрим. А ты катался когда-нибудь на таких больших качелях? Нет. Ни разу? Нет. Ну, вот. Катался. Проверим сейчас, как тебе понравится, надеюсь. Не, я думаю, будет прикольно. Я думаю, мы охладимся хотя бы. Да, охладиться будет неплохо. Ну, может, все-таки дух будет захватывать, я думаю. Да, должно, должно. Куда побежал? Дима уже хочет кататься. Пить. Найки пошли. Раз, два, три. Начало. Уже страшно. А-а-а. Вон там девочка нам в кадр машет. Ну, получается, что кадр. Вообще классно. Блин, вообще так его подкидывает. Наверное, у нас там лица расплющены. А меня вообще не видно. Блин, вообще классно. Самое главное, охлаждает. Да, я еще раз тебя погонял, да. Вообще клево. Мне кажется, с длинными волосами прикольно, подкидывает так. Только подснять можно. Блин, впереди еще лес прикольно. А было бы на это на воду, вообще классно. Как тебе аттракцион? Ты говоришь, что ничего не ожидал, говорю, просто фигня будет. Не, вообще классно, да. Дух захватывает. Я тебе говорила, тебе понравится, если ты ни разу не катался, вообще такое ощущение классно. А ты была, Лена? Я каталась на подобные, по-моему, в Питере как раз-таки. Может, еще где-то вот большой такой лодки, она еще больше была, там было больше видов и так далее. Я знаю это ощущение. Вообще, да, рекомендую. Мне кажется,
для такого варианта, чтобы попробовать что-то не сильно такое опасное, самое то. А потом можно на Диво-острове что-нибудь жесткое выбрать. Вот Ярославу я показывал в прошлый раз, ему очень понравилась штука. Вот так вот она выглядит. Она на огромной высоте, и она вот так вот еще летает. Ну, не знаю, я бы на такое ни за что не приехала кататься. Ну, мы ненадежно, с учетом того, что у нее один раз трос оторвался, и люди висели на одном тросу этой ракете. Это им еще повезло, что они спиной вниз висели. Да. А если бы лицом вниз, представляешь, несколько часов на высоте, стекала, и ты вот так бы лицом, они на спине как бы лежали, грубо говоря. Это еще, ну ладно, но все равно несколько часов лежать вот так вот на спине на этой ракете, на одном тросу. Еще там вот такая есть каруселька, она вот так вот крутится. Помнишь, да, и там скамейка. Тоже классно над водой. Вот тоже попробовал на самом деле. А есть еще катапульта. Вы видели катапульту? Да. Ой, рогатка мне и... что-то прям боюсь, что у меня все органы выйдут. Это жесть. Вообще, облетаешь просто в космос. Волны. Блин, давно я очень не слышал звука озера. Водичкой пахнет. Как на плоти. Да. А что, здесь никто не купается? Купаются вон там вот. Но здесь вообще не место для купания. Здесь... Не, ну имей в виду на этом озере, где-то под Петрозаводском. Купаются, купаются. Озеро чистое, хорошее, да. Но вообще в основном люди все ездят в пригородные озера. Все-таки Карелия – это край рек и озер. Озер и рек. В маленьких озерах теплее просто. Вот это большое, наверное, долго пробивается. Ну да, оно очень большое. Здесь такая гробовая тишина. Просто послушайте. Такое умиротворение, аж хочется заснуть. Да, вообще. И люди вообще как будто не шумят, не знаю, звуков не издают, очень тихо. Мы пришли в суши-клаб, сейчас будем что-нибудь выбирать. Здесь такое небольшое кафе, заведение. Не знаю, сейчас что-нибудь выберем здесь покушать. Очень проголодались уже. Такая небольшая кафешка. Так и решили взять по рамену, 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 в общем, называйте как хотите, с курицей и классическую Филадельфию один. Хорошо, чисто так покушать чуть-чуть всем. Дима забрал еду, мы заказали такие вот рамены, рамены. Не знаю, как правильно называется, поэтому буду называть так. Вот еще порция у нас роллов и, в общем, три супчика. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мы вышли вот из этой кафешки, из этого заведения. Вкусненько покушали рамен. Дима с Ярославом впервые его пробовали, им понравилось. Я уже пробовала до этого, но мне в целом тоже нравится, вкусненько. Сейчас пойдем на остановку. И куда мы поедем? В самый большой торговый центр в Карелии поедем. Называется он Lotus Plaza. Там большое колесо обозрения, в целом там бассейны есть. Ну и посмотрим торговый центр и хотим еще покушать десерт, потому что здесь особо десертов не было. И, наверное, в принципе, поедем уже обратно домой. Там хотим посмотреть мультик, поиграть в компьютер. У Ярослава там мощная техника стоит, так что... Будет интересно. Мы доехали, Lotus Plaza, Sigma. Ярослав, он, смотри, какой высокий, он как будто проход, смотри, да, здесь вообще жесть. Вырос. К справке, наши родители невысокие. Да, что-то не пошло не так. Здесь есть вот такие вот скамеечки, деревья. Очень большой, кстати, реально торговый центр для Петрозаводска, мне кажется, вообще прям такой неплохой. Самый большой в Карелии, да. Вообще во всей Карелии. Бейкер, вот здесь можно посидеть? Да, да. Может, здесь Давайте десерт. Давайте здесь посидим. Бейкер – это местная пекарня по Петрозаводску. Местная, да, тоже корейская, пойдем, да, есть много что-то. Всего вкусного. Можно покушать. Тут, по-моему, смотрите, где-то есть еще выставочная машина. Вау. Я хочу все, примерно все берем. Да.
Заворачиваете все? Нет, нет, выставочная, которая ретро-машина, Форд. Мы взяли пару эклеров, Ярослав выбрал круассан, морс и еще я кофе жду. Не знаю, там, конечно, хотелось взять прямо все и сразу, но решили начать с этого. Вот еще кружечку кофе мне принесли, Дима принес. Смотрите, какой вкуснейший эклер, очень вкусный. Нам так все понравилось, что мы решили взять еще миндальный круассан, поэтому ожидаем. Вот такой вот тут морсик местный есть, с разными вкусами есть. Был облепиховый, брусничный, еще морошковый, говорит Ярослав, есть. Там еще какой-то список морсов разных был с любыми вкусами. Он несет, несет. Добытчик. Добыл круассан. Вот такой вот круассанчик. Это, я думаю, у тебя не лучший вырез, он вот так выглядит. Да, миндальный. В общем-то, у нас произошел небольшой шопинг. Прикупили ортопедическую подушку Диме. Шопинг после 25 лет. Вот он такой примерно. Шея вообще болит, Ярослав. Высокий. Да, у меня вот есть ортопедическая подушка. У меня раньше тоже голова болела, шея кружилась, все, потому что спала и неудобно было. Несколько лет уже сплю на ортопедической подушке. Вообще намного лучше стало и редко что-то такое бывает. ТЦ большой, очень много магазинов, фудкорт, ну как фудкорт, разные заведения, где можно покушать. Такие прикольные качельки здесь есть, одни со скелетами, а другие с мишками. Паровозики тут ездят, кровати стоят, в общем, все включено, так сказать. Прикольные. Ярослав носильщик подушки у нас тут. Идем дальше. Здравствуйте. Вот это стиль. Смотрите, какие ножки длинные. Ярослав короткий. Это типа наоборот, да? Что за наш вариант? Да. И вот такие. Смотри. Смотри, какие лапки утиные. Да, прикольный здесь, конечно, торговый центр. А окна в конце панорамные. Вау, смотрите, какая красота прикольная. Дерево такое подсветкой. Ярмарка какая-то здесь проходила. Красиво, красиво. О, здесь какая-то стена, смотрите, с экранами. Бабочки летают. Реклама такая. С одной стороны этого торгового центра есть колесо обозрения. Оно не очень большое, мне кажется. Еще какие-то батуты, ну и какие-то небольшие развлечения. Не очень прям крупное что-то. Тут, короче, очень много развлечений, помимо самих магазинов. Всякие детские площадки, вот колесо обозрения, батуты, бассейн, каток, в общем, есть очень много тут, да, всего. О, кролики, это зоопарк. Давайте посмотрим. Пушистый городок. Бедняжек, я тут взял одного. Смотрите, у него сердце бьется от страха быстро. Он так разлегся, как это, как корица лежит. Да, Ярослав, как корица лежит. Смотри, жопку выпятил. Здравствуйте, ребятки. Кролики, зайчатки. Побежал, побежал. Смотрите, какие пупсики. Ой-ой, как прыгает. Видел, как он закатился, прикольно. Просто на него перепрыгнул. Такой лежит, как Юнечка, которой жарко. А еще здесь рядом крупнейший веревочный парк в Карелии. Называется Норвей парк. Смотрите, там даже на тарзанке кто-то пролетел на таком канате. Вот там, вот видите, такие ползалки вдалеке виднеются. Наверху там вот люди стоят в касках. А мы сейчас идем в Сигма, вот это супермаркет здесь. 24 часа, очень большой. Дима говорит, много всего интересного там можно найти. Помню, в детстве у меня такие были тележки. Я еще маму просила все время их брать, чтобы меня в них возили. Ярослав, тебя прокатили на такой тележке? Угу. Ты катался в детстве на такой тележке? Конечно. Да? Я тоже катался. Ну, да, я тоже помню. А сейчас реально туда просто не впихнуться. Фишка именно Сигмы, то, что здесь, вот говорю, много всяких региональных именно продуктов, вот, которые... производится в Карелии.
конечно, не тяните тетрадки, но да ладно. Вот. И здесь много всяких классных вкусных продуктов. И они по цене, мне кажется, такие как-то вот подешевле. Здесь много скидок, я вижу, много всякие скидок, акции. Да, да. Хороший магазин, у меня здесь тетя постоянно закупается, родители. Ну и мы всегда постоянно сюда ездили, да, закупаться. А, так что место хорошее. Сейчас посмотрим, может быть, разные продукты. Выбираем что-то к фильму. Да, я понимаю. Сейчас посмотрим, какие-то сухарики, чипсики. Это что-то рыбное. Емеля. Да, это с рыбой. В общем, сухарей каких-то набрали, полную корзину. Вот такие вот здесь интересные морсы из Карелии. Малиновый, вишневый, прикольно. Вот, смотри. Какие-то в тюбиках. Морсы, да, прикольно. Сделаны в Карелии. Сделаны в Карелии. Ягодный спас, клюквенный. В общем, очень много разных морсов интересных. Нашли сок малиновая нежность. Первый раз такой вижу. Берем его. Дима нашел чупа-чупс напиток спаркинг. Это melon and cream flavor со сливками. Это дыня со сливками или что-то такое вот написано. Напиток безалкогольный. Чупа-чупс, дыня со сливками. Прям как я перевела. Original translation. Не зря ездила в Штаты учить английский. Видео смотрите выше. Сметана 15% сделана в Карелии. Вообще здесь много разных местных кефиров. Вот это вот тоже местная фирма, Алония называется. И у нее тоже разные сметаны, кефир, йогурты и много разное другое. Закупились, в общем, корзину собрали, взяли еще снежок и ацетофилин местный. Идем на кассу. Мы уже дома. Смотрите, какой красивый закат вечером. Фиолетово-розовое небо. Сейчас будем отдыхать. Ну, параллельно видео монтируем, потом посмотрим какой-нибудь мультик. Какая красота на улице. Решили поиграть в Stray на компьютере. Вот моя схрененная игра, я уже играла. Продолжим. Да, это игра, где нужно играть котом. Да, прикольная игра, мне очень понравилась. Тысячу лет не играла до этого в какие-то такие приставки, компьютерные игры. Вот это классно. Такой здесь котик бегает с рюкзачком. Причем игра интересная, потому что тут много всяких загадок нужно разгадывать. Да, здания всякие, что-то найти. Есть и какие-то зурки тут, или как их называют, которые на тебя нападают, и нужно от них убегать. И котик еще здесь прикольно может мурчать, точить когти в разные предметы, чисто все кошачьи повадки. Спать ложится. Да, спать ложится. И он еще мяукает периодически. Такой мяу-мяу делает. В общем, прикольная игра. Но мы на компьютере играем с джойстиком, но считай, как на приставке получается. А, Рассал, мощный комп собран. Что у тебя там, Рассал, в компе? 30-50. Ну и все. Ага, мы все поняли. 30-50. Кто знает, тот поймет. Ну, тут всякие роботы, с ними можно поговорить. Да, классная игра. Здесь есть людей, только роботы и вот коты. И всякие там еще животные. Ну, типа вот, которые зурки, которые хотят котика съесть. Но они какие-то не животные, я даже не знаю, кто это вообще. Ну, по игре вообще эти зурки, они были созданы, чтобы есть мусор, но по итогу съели все. Когти сейчас будет, наверное. Вот, давай точи когти. И когда точишь когти, получается, джойстик вибрирует так. Прикольно. Юночка наша так же делает. Классная игрушка. Мы решили посмотреть мультик «Человек-паук. Вторая часть. Паутина вселенной». Да, сейчас посмотрим мультик, будем ложиться спать. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Всем пока.